Участковые уполномоченные Лесногородского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому округу провели профилактическую акцию «Скажи наркотикам нет». Ее главная цель – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Сотрудники полиции напомнили гражданам о пагубном воздействии вредных привычек на организм человека. Объяснили, что употребление запрещенных веществ вызывает зависимость. Жителям, особенно молодым, рекомендовали больше заниматься спортом.